Итак, друзья, новый Nissan X-Trail не появится в 2022 году на российском рынке. Как сообщает компания Nissan, они не планируют выпускать на российский рынок новую модель. И в этом видео все подробности. И перед тем, как рассказать все детали, если вас не затруднит, поставьте лайк и поделитесь этим роликом в соцсетях. А также, если вы здесь впервые, можете подписаться на канал, буду очень признателен. И мы начинаем. Компания Nissan не планирует выпускать в продажу новый Nissan X-Trail в 2022 году. При этом не уточняется, в чем именно задержка. Некоторые эксперты предполагают, что проблема в том же глобальном дефиците полупроводников, которые хорошо пошатнули всю автомобильную промышленность. На данный момент не сообщаются даже примерные сроки выхода новинки на российский рынок. Премьера нового X-Trail состоялась еще летом прошлого года, и в Соединенных Штатах Америки он уже давно доступен к покупке. Напомню, модель сохранила прежнюю платформу и колесная база осталась прежней 2 метра 70 сантиметров, но длина при этом увеличилась на 4 сантиметра и составляет 4 метра 68 сантиметров. Ширина и высота прибавили по 2 сантиметра и составляют 1 метр 84 сантиметра и 1 метр 73 сантиметра соответственно. Дизайн новинки изменился глобально. Изменились формы кузова, оптика, задние фонари и бамперы. В общем, модель получила серьезное обновление. Интерьер также переработали полностью. На новой передней панели расположился 9-дюймовый экран мультимедийной системы с двумя крутилками по бокам. Ниже расположился блок климатической установки, а также X-Trail'у достался один из самых крупных проекционных дисплеев в классе. Ранее сообщалось, что новый X-Trail на российский рынок должен был выйти с атмосферным бензином, четырехцилиндровым мотором объемом на 2,5 литра, и производством модели должен был заняться завод в Санкт-Петербурге. На данный момент там собирается прошлое четвертое поколение модели. Ценник на дорестайлинговую модель в России составляет 1 миллион 850 тысяч рублей за базовую комплектацию и 2 миллиона 483 тысячи рублей за максимальную комплектацию. Ценник на новую версию, как и новая дата выхода, пока не озвучены. А вы ждете выход новой модели на российский рынок? Или китайские братья уже выкатили столько конкурентов, что новый X-Trail уже не интересен? Очень хорошо было бы обсудить эту информацию в комментариях, поэтому давайте пообщаемся и подискутируем. Также буду рад, если вы перейдете на канал для просмотра других роликов. И, конечно, приглашаю подписаться на канал и нажать на колокольчик. До новых выпусков!